Картина выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджия» из собраний галерея Уффици впервые представлена в России, и именно во Владивостоке. Одними из первых, кто смог взглянуть на шедевр, созданный в 15 веке, стали гости и участники 5-го Восточного экономического форума. Выставка стала возможной благодаря Приморской картинной галерее, поддержке ПАО «Сбербанк» и проходит под патронатом и при поддержке посольства Италии в Москве. В некоторых случаях один раз увидеть, то лучше, чем 100 раз услышать. Впервые такой опыт, и опыт показывает, что это стоит того. Над проектом, который включал в себя переговоры, обсуждение деталей, корректировки и многое другое, работали 1,5 года. Переписка велась ежедневно, но в итоге все соглашения были достигнуты, и картина привезена в столицу Дальнего Востока. Для регионального музея это первый проект такого уровня. Отметим, еще никогда ни один из региональных музеев не делал выставку с галереями Уффици. Это совершенно уникальный проект. Италия никогда так далеко не отправляла свои шедевры. Мы надеемся, что это начало большого и взаимного пути, который принесет много радости и новых впечатлений от общения с подлинными шедеврами. В эти выходные всех жителей приморской столицы ждал праздник искусства «Рисуй как Боттичелли». Именитые художники Дальнего Востока создавали авторские образы Мадонны. Кристина решила показать, как выглядела бы героиня Боттичелли в наше время. У меня получилась своя Мадонна. Я ее сделала в современном стиле, где сочетается реализм и декоративность. Гости праздника могли не только понаблюдать за тем, как пишутся полотна, но и попробовать свои силы на мастер-классе по живописи. Здесь не важны возраст и умение рисовать, главное – желание. Состоит задача в том, чтобы можно похулиганить, то есть именно творчески подойти к этой работе как хочешь. То есть ты саживаешь модель за стеклом и прям как будто на лице у своей модели ты изображаешь что угодно. Почувствовать настоящую Флоренцию в Тихоокеанской России помогали артисты приморской сцены Мариинского театра. До этого момента многие только мечтали посетить галереи Уффици. Сейчас же у приморцев появился шанс взглянуть на шедевр великого живописца. Мы рады, что такая картина теперь есть у нас в городе, и мы можем пойти посмотреть. Небывалое, конечно, событие, ну и радость, конечно же, по этому поводу, потому что, ну, приятно, что город развивается, и мировые шедевры приезжают теперь к нам в гости уже не первый год. Вообще это очень, знаете, интересно прикоснуться к чему-то такому древнему, великому. Потому что это вечное. Сбербанк сделал искусство ближе. На выставке «Боттичелли. Мастер универсального шедевра» все желающие смогут прикоснуться к шедевру итальянского мастера, потрогав тактильную копию. Посетители экспозиции могут в буквальном смысле прикоснуться к великому искусству. По инициативе Сбербанка наш партнер постоянный студия в Бильбао создала тактильную копию картины по инновационной технологии объемной многослойной печати. Мы считаем, что искусство должно быть доступно для всех, в том числе для слабовидящих людей. И эта часть проекта для нас очень важна. Одним из центральных событий фестиваля «Рисуй как Боттичелли» стал флешмоб. Но для этого все собравшиеся разукрашивали специальные пазлы, которые после собрали в единое изображение Мадонны. Выставка одного шедевра «Боттичелли. Мастер универсального шедевра» пройдет в Приморской картинной галерее до 6 ноября. После картина продолжит путешествие по России и отправится в северную столицу, в Эрмитаж. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.